Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Это игрушка Пэко, или симулятор преследования автомобиля. Вот в таком вот стиле 80-х. Мы видим даже обязательно атрибуты этих времен. Смотри, кассета VHS, которая лежит у нас. Ключи с брелком, какая-то непонятная сухая пицца и несколько патронов, видимо, от пистолета или чего-то еще. В этой игре мы с вами будем пытаться управлять с абсолютно неуправляемой машиной, которая будет на огромной скорости пытаться угнаться, убежать от кого-то или от чего-то. Я еще не знаю подробности, игрушка новая, поэтому мы поиграем. Смотри-ка, у нас здесь синглплей есть, а есть, оказывается, еще, видимо, мультиплеер. Потрясно, и разные виды, смотри, транспортных средств, то есть начиная от обычной машинки. Обычный седан у нас, и пошло-поехало. Смотри-ка, у нас там, по-моему, даже и какие-то грузовики есть, и автобусы, и кадиллак, и пикап. Короче, много всего интересного. Давайте попробуем с самой стандартной темы поиграем. Вот, смотри, реально кассета. Сможешь ли ты выжить? Легкая, смотри-ка, или сложность, легкая, да, игра слов. Легкость сложная или сложность легкая. Вот как-то так. Первый, видимо, мол, это супермаркет, на территории супермаркета будем ездить. Синглплеер, у нас есть несколько вариантов, насколько я понимаю. Мод, смотри-ка, Survivor, это что у нас такое? Еще какие-то другие моды у нас есть. Но, к сожалению, мод... А, вот Practice есть, смотри, есть Practice. Есть выживание, есть практика. Никаких респаунов, чего-то там. Три элемента оружия и копы, и NPC выключен. Нет, давай-ка все-таки Survivor поиграем в выживание. Попробуем повыживать в этой игре. Вот нам показывают сразу же здесь управление. Значит, мы играем на геймпаде, отлично. Значит, мы на X стреляем. Буст у нас на кнопочке Break. Там, понятно. Так, так, так. Что еще у нас есть? Paint какой-то есть, какую-то краску мы можем оставлять. Дальше, пауза, это понятно, камера у нас вращается так. Я не знаю, насколько это будет удобно, но давайте попробуем все-таки поиграть. Отлично, так, я могу ездить. Это что, все? Я проиграл первый. Открыто достижение, первое крушение. Все, нас поймали. Короче, наша задача, видимо, угнаться, угнать от копов. Моя машина вообще, она, прикинь, она не тормозит, похоже. Ну-ка, погоди, у нас вроде как был какой-то тормоз там. Тихо, вот смотри, на брейке нажимаю. Брейк, брейк, брейк. А, я могу немножечко тормозить. Копа, как я вообще обвел. То есть любое столкновение с кем-то здесь, это сразу же смерть. Подожди, вот с этой машиной... Так, столбы я могу сносить, понятно. KO, это что такое? Я взял. Блин, нифига, у нас еще игра немножко даже просаживается, смотри-ка. Я взял... Подожди. Я взял какое-то оружие, да? Так, смотри. Вообще, игра прикольно сделана. Мне нравится вот такой вот олдскульный стиль. Ама! Это Force Effect. А, это, видимо, какое-то поле. Поле, которое будет всех отталкивать. Блин, я тут, по идее, могу же камерой еще вращать. Ай! Маленькая машинка. Попробуй, догони. Воу! Ускоряйся. Буст у нас есть. Вау! Газовать можем. Уу-ху! Какие-то мы можем брать с вами улучшения. Вроде даже чем-то пользоваться. Хрен меня поймать. Смотри, по-моему, я их... Гоняю просто по кругу. Опа, 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 назад, назад. Ох ты ж, блин. То есть мы можем брать как улучшения, так и вещи, которые будут нам наоборот портить все. Похоже, мы прошли первый раунд. Видимо, для того, чтобы пройти уровень, нам нужно набрать какое-то количество очков. Ну что ж, игрушка вообще огонь. Давайте попробуем на клавиатуре поиграть. Так, так, так. Видимо, стрелками. Буст у нас здесь. Это что у нас? Брейк, пробел, стрелять. Да, немножко надо разобраться, конечно, здесь. Давай попробуем. Попробуй на клавиатуре поиграть. Мышкой я не... Так, камеру я не могу взять. Ах ты что ж, почему она не поворачивает? Подожди, она почему-то не поворачивает. Это странно. Так, пробуем еще раз. Она не поворачивает, она вообще никак не поворачивает. То есть я пытаюсь стрелками... Так, ладно, придется на геймпаде, видимо, играть. Понятно, понятно. Я не совсем понял наше... Так, нет прохода. Я понял, что нет прохода. То есть уезжать нельзя. Это жалко, конечно, жалко. Меня ввели в заблуждение. Я могу здесь вроде как даже стрелять чем-то. Давайте попробуем сейчас пострелять в кого-нибудь. Так, вроде у меня никакого пока что оружия нет. Вот, вот, вот. Вроде как чем-то я могу пользоваться здесь. Стой, буст! Тихо. Так, ладно, спокойно. Вроде вон полицейский. Это напоминает, знаешь, GTA-шки первые, которые у нас были. Это что за следы у нас остались? А, это, видимо, какие-то тормозные пути. Или что это? Я не понял, что это остается. Какие-то... Может, это молоко я разливаю? Может быть, я какой-то веселый молочник? Не знаю, но какие-то лужи оставались. Так, это у нас, смотри, какие-то есть... Вау, я могу стрелять! Стоп, нет прохода там! Черт, это вообще нелегко!
Так, ладно, поехали. Мне нравятся такие игры, они простые, но не затейливые, но при этом есть прикольная какая-то интересная механика. Так, 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 бери. Nail bomb! Вау! Это гвозди, видимо, мы можем стрелять. На, сволочь! Бомбу ему! Получи! Еще одну бомбу лови! А че он? А, вот, смотри, я могу стрелять. Бам! Вот так вот, детка. Давай-ка пустанем. Вау! Разгоняйся! Черт! Так, ладно. Three-man game. Видимо, студия называется «Люди... Три человека дерева». А, нет, Three-man game. Три дерева человека. Или просто человек дерева. Черт! Давай, соберись! Причем, смотри-ка, каждый раз мы спавнимся в разных... Воу, гигантская машина! Это хреновенько, потому что нас легко может тогда любая тачка. Так, Fortify. Вот, все это безопасно. Это очень безопасно. Ну давай, подходи, ребятки. Давай-ка сразу сейчас попробую всех подтолкать. Ну пошел отсюда. О, я их взрывать еще могу. Так, бустанем. У-у-у, хрен догонишь. Москва-Воронеж. Так, отлично. Что мы берем? Или нам нужно какое-то время просто продержаться? Скорее всего, нам нужно продержаться просто какое-то время. Тихо, это что ж такое, а? Вот заносит-то ее нехило. Что, все, что ли? Мы прошли этот уровень. Следующий уровень называется Cemetery, что означает кладбище. Так, у нас буст. У нас какая-то краска вроде есть. Видимо, вот эта белая лужа, которую мы оставляли, это как раз была у нас краска. И вроде как она даже замедляет. Ух! Ну-ка, на кладбище я могилы могу? Байки из скрепа, блин. Нифига, я же гост, смотри. Я призрак. У-у-у! Смотри, зомбари ходят. Ни хрена себе. Ворп, что это такое было сейчас? Тут реально мертвецы ходят на кладбище. Потрясающе. Так, разворачиваемся. Так, понятно, забор мы можем врезаться. Вот я думаю, в эти монументы большие лучше, наверное, не врезаться. Машины тоже у нас, кстати, убивают. Нормально. Блин, прям смотри, среди могил, а? Ай, стой! Не туда поехал-то. Музон какой вообще крутой. Вот я такой музон. Метеоры полетели. Они в меня должны были лететь или в кого? Смотри, зомбари. А, зомбариков давим. Давим зомбариков. Еще обзор такой здесь немножко странный. Я еще камерой могу вращать. Если я камерой буду вращать, это будет просто вообще психодел. Так, ускоряемся. Нужно уезжать от копов. Тихо. Бери. Черт, куст не удалось взять никакой. Нифига их сколько. А, стой. Капец, то есть здесь, похоже, мы играем с вами за какого-то непонятного преступника, который взял и просто нарушил закон, теперь он удирает. Блин, я хотел проехать мимо этой елочки. Может, четыре колеса во все стороны взлетелись. Нарушил закон, теперь пытается уйти от полиции. Мы видим внизу полоску, которая показывает нам, что это вроде как даже сводка новостей какая-то у нас идет. Что вроде как нас снимают с вертолета. Так, тихо. Ой, новый экзит, я понял. А машины, причем копы, оттуда приезжают. Это как-то нечестно, мне кажется. Так, смотри, кладбище. Вот тут с какими... Блин, да не то. У нас вообще, по идее, брейк есть. У нас же есть тормоз ручной. То есть мы не можем немножечко замедляться. Вот так, смотри-ка, а. Вполне даже полезная штукенция, может быть. Я боюсь камерой вращать, потому что... Ну, серьезно, это вообще жесть. Тут так-то справиться с управлением нелегко. Ай! Так, берем вот эту штуку. Да что ж такое-то, а? Ты че ж не проехал-то, чувиха? Моя родная машинка. Так, давай-ка возьмем сразу буст. Хоть зомбарика, хоть одного взять. Раздавить, посмотреть. Может быть, это как в Кармагеддоне у нас было. Так, тихо, вон, вижу. Вижу буст. Вижу, бери. Да что такое? Так, взял. Я что-то взял, я не понял, что я взял. Да ёшкин ты корень. Сколько ты можешь врезаться? Хаос на кладбище. Ох, господи. Если вы думаете, что это легко, то попробуйте сами. Это не совсем легко. Так, ладно. Тем более, она у нас не тормозит. Так, у нас есть какие-то непонятные замораживающие пули. Бам! Подожди, а что, если я замораживающие пули стреляю в елочку, то эта елочка, наверное, может легко разлететься на разные кусочки. Но это логично же, да? Потому что замороженное, оно разлетает. Warp. А, это перемещение. Видимо, в портал какой-то мы заезжаем. Так, ладно. Здесь надо с управлением немножко разобраться. Капец, пройдем мы это кладбище или нет, мы должны все-таки попробовать. Причем каждый раз игра, она по-новому выглядит. То есть каждый раз ты появляешься в новом месте. Shrink Ammo. Да ё-моё, тихо ты. Что ж ты делаешь-то? Каждый раз появляешься в новом месте, по новым улицам ездишь, новые памятники сбиваешь. Блин, не доехал. Черт побери. Как же это стрёмно. Так, тихо.
Тихо. Сюда едем. Все. Глу, я взял клей. А, вот что у нас было-то. Это был клей, который тормозит тех, кто преследует нас. Соответственно, если мы сами вдруг заезжаем на этот клей, то мы тоже начинаем тормозить. Так, камеру сюда. Камера-мотор. О, зомбарика сбил. Первого, кстати. По-моему, там наверху есть какой-то проезд был. Если не ошибаюсь. Давайте что-нибудь. Дайте мне какое-нибудь ускорение. Ах ты, взял. О, огромное. Я могу все сбивать? Нет. Я могу сбивать только предметы, которые у нас подвижные. То есть деревья, если я в деревья врезаюсь, то я врезаюсь. Ах ты, черт. Немножко путаюсь я в управлении. Вместо тормоза нажимаю буст. И это плохо. Тихо. Ох, тебя заносит, а? По-моему, наш водитель не просто преступник, он еще и пьяный. Backwards ammo! Так, я могу... Есть! Так, тихо. Разворачиваемся. На тебе, падла! Ой, это нелегко. При этом еще стрелять надо умудряться. Дождь пошел, смотрите-ка. Что может быть романтичнее? Спиральные какие-то орудия. Эй, лазер! Ничего себе, так. Тихо, ну-ка, кто? Кто, пацаны? Давайте. Ускоряемся. Давай. Ах ты, черт. Немножечко не доехал, а? Ну, слушайте, пройдем мы с вами этот уровень-то, нет? Должны попробовать. Давай-ка возьмем. Все-таки улучшение здесь нужно брать по мере возможности. Вот видишь, сложно объехать на самом деле. Машиной управлять здесь вообще нелегко. А если еще и камеру вращать, то это будет просто психодел. Я думаю, что сейчас у многих начнется просто головокружение. Лазерное оружие я взял. Ах ты, падла! Немножко в тебя не попал. Причем, чтобы стрелять, нужно еще машину полностью развернуть, понимаете? Это вам не плюшки по карманам тырить. Так. Машина проехала. Отлично. Я что-то пытался взять, но я не смог взять. Ой, будет душе прощения или не будет душе прощения мне на этом кладбище? Так, выхода нет. Выход всегда есть. Тихо, тормозим. Поехали. Я что-то взял. Ах ты, чёрт. И это у нас всего лишь уровень сложности средний. То есть, может быть, еще и хуже все дело обстоять. Так, смотри. Ух, нифига ты, смотри, какая штукенция у меня за мной летает. Так, быстро бустанем. А, в другую сторону, почему ты поехал? Это у нас как в GTA Online, знаете, в режимах есть такое, берешь какой-то буст, который меняет управление на справа налево, слева направо или вперед-назад-назад-вперед. Тут то же самое, в общем-то, происходит. Давай. На полной решимости дойти до конца. И причем никогда не знаешь, что тебе именно выпадет. Вот смотри, какую-то штуку я взял. Тихо. Портальчик. Ладно, по крайней мере, не в елку меня переместили, это уже хорошо. Так, едем. А, нет. Уезжай. Ух ты ж, блин, я-то не могу туда уезжать. Я должен держаться карты. Это копы могут туда ездить, потому что они типа хозяева города. Так, тихо, вот смотри, какая-то PA. Что такое? Бери. Вау, ГОСТ! Хрен догонишь теперь меня. Ей, можешь спокойно вообще летать, где хочешь. Так, вот это хороший перк, кстати. Хороший буст, который дает нам возможность приспокойненько путешествовать. Ай, поймали демоны! Нифига их сколько, ты посмотри. Мы, кстати, не прошли уровень, даже несмотря на то, что ГОСТом так долго ездили. Так, тихо. Если бы здесь еще памятники можно было убиваться, это все, это было бы непроходимо. Так, у меня есть какое-то оружие. Какое тут, черт, оружие? Спиральная какая-то ракета непонятная. Давай, зомбариков подавим. Да ёкарный ты театр. Так, ехали. Вот сюда. Да блин. Едем. Да что ж ты такое, ты не берешь? Почему? Я же рядом проезжал. О, мистер зомби, слушай, мне за него что-то даже дали. Лазерное оружие активировано. О, тихо. Не сюда, чувак. Не сюда, господин полицейский. Бам! Я стреляю как могу. Вау! Быстрей! А если мы просто будем ездить по кругу? По идее, я же буду их как раз водить за нос. Ой, не совсем по кругу поехали. Куда-то немножко не туда поехали. Буст, скорее! Давай, разгоняйся! Ой, что, получилось нам новый уровень? Нет, смотри-ка, не дают, а? Сколько нам нужно чего собрать? Мне объясните, какое время нам нужно продержаться? Я понимаю... Ой, не понял, что за мячик тут у нас появился. По-моему, пляжный сезон еще не начался. Давай, уезжай! Если бы здесь было время, которое нужно продержаться,
то это еще куда ни шло. А тут получается, что нам вообще Spirit Ammo какой-то, смотри. Вау! Нифига себе! Стреляй! Метеоритный дождь вызвал, а вот дальше уехать не смог, к сожалению. Но здесь, конечно, такой процесс, знаешь, бесконечный. Игры в эту игру. Так, ух ты ж, блин. Подловил в самый неудобный момент. О, почему? Меня просто заморозило. Это нечестно, чувак. Давайте реально просто попробуем по кругу ездить. По кругу вроде ездить не так уж сложно. Единственное, что если навстречу кто-то по ней поедет. А они едут, кстати, навстречу только так. Сколько мне нужно вас убить, копов, чтобы вы от меня отстали? Хрен ты меня догонишь. Опа! Угоняй. Давай. Что-то взяли. Ууу, тихо, осторожно, нифига, их там какая толпа за нами едет. Гони. Так. Разворачивайся, буст. Угоняй его. Сколько у нас? 30 секунд мы уже продержались, кстати. Я не знаю, сколько нам еще надо продержаться, но я полон решимости от них уезжать. Нет! Это было жестко. И нам до сих пор не дали следующий уровень. Слушайте, вы издеваетесь? Мне реально где-то минут, наверное, надо продержаться. Может быть, даже в самом начале уровня, когда он запускался, там было сказано, сколько нужно продержаться, чтобы пройти его. Вот как вот здесь эту штуку взять, а? Вот как ее взять? Если ты начал вокруг нее разворачиваться, тогда у тебя... Получается, уже шансов нет никаких, чтобы ее захватить. Лазерные патрончики. Отлично. Буду стрелять непонятно в кого. Кто-то, по идее, должен быть на моем пути, наверное, чтобы я мог стрелять. Ну вот это вообще нереально. Когда они тебя окружают со всех сторон, выбраться из этого окружения, ну, очень сложно. Игра, на самом деле, хардкорная. Если вы думаете, что это реально очень легко сделать, то можете попробовать, потом показать свои результаты. Назад могу стрелять, кстати. Давай, стреляй. Смотри, вроде она попала в него, но вообще ему никакого урона не было сейчас. Так, ребятушки, разворачиваемся. Погнали. Блин, я ничего не вижу вообще, они могут тут вообще быть со всех сторон. Так, берем какую-то хрень. Гигант, да! Давай, падлы! Я вас сейчас всех уничтожу, собаки серые. Так, ладно, угоняем. 34 секунды, у нас рекорд практически на этом уровне. Давай, угоняй. В сторону. Осторожно! Черт, 40 секунд продержались. О, есть! Ну, наконец-то! Так, следующий уровень называется Square или Площадь. И там был изображен танк. И надпись такая, танк? Серьезно? Не, серьезно, сейчас у нас танки еще здесь будут? На площади вроде должно быть как-то поспокойнее, мне кажется. Это что, у нас эти штуки? Воу! Так, я понял, у нас там танк, танчило. Ну, на площади попроще, смотри. Вау, хрен ты, ай, он и не один оказывается здесь еще. Видимо, это уже когда у тебя 5 звезд, как по аналогии с GTA Online. У тебя 5 звезд, и, соответственно, уже танки за тобой приезжают. Нет. Ну, слушай, ну нормально здесь, кстати, можно ездить, я смотрю. Можно нормально здесь гонять. Мне показалось, даже кладбище еще сложнее уровнем, хотя мы это еще не прошли. Мне дали достижение 100 аварий. То есть пока я записывал вот эти серии, эту серию вот до этого момента, сейчас мне дали ачивку, потому что я уже совершил 10 крушений. Не 10, 100 крушений, что это я говорю. Так, у нас мы что-то взяли? Нет, мы нифига не взяли. Ай, тихо. На ступеньки почему не можем заехать? Ну, это вопрос. Очень большой вопрос. Так, что у нас здесь? Какой-то монумент. К нему мы не подъезжаем, я понял. Не знаю, мне кажется, мы должны пройти этот уровень. Вообще, я, по идее, могу их уменьшать в размере, потому что я взял Shrink Ammo. Что значит? Ох ты! Блин, танк-то взорвать нереально. Кстати, смотри, он загорелся, по-моему. Мне кажется, если я несколько раз попаду в танк, то он взорвется. Ах ты ж, блин, а, ты посмотри. Давай, пляжный мяч. Раздави танчилу. Вот так, понятно. Надо карту понять, где у нас здесь свободное пространство, где у нас здесь какие-то монументы и ограничения. Поехали. Опа! Нормалек. По тени, кстати, тоже можно ориентироваться. Так откуда ж ты появился-то? Танк, нифига себе, прямо сквозь ель проехал. По тени можно ориентироваться, что мы едем в сторону какого-то монумента. Кстати, это хороший ориентир. Хрен догонишь, спиральное оружие. Бам! Оу, тихо. У нас еще и, смотри, там просто машины появились. Блин, не только копы. Черт, побери. А, почему спиральная хрень не попала в машину, которая ехала прямо в меня? Она же должна быть, ну, хоть как-то немножко наводящейся. Потому что здесь так просто прицелом управлять же невозможно. Это как у нас реактивная тачка в GTA.
На самом деле, мне действительно эта игра напомнила GTA первой части, когда как раз вид такой был изометричный, вообще сверху он был. Большинство из вас, наверное, даже не знает, что существовали эти первые версии GTA, первую, вторую версию. Вот именно так мы и играли. Третья уже пошла у нас, трехмерная была полностью. И, конечно же, она совершила, можно сказать, революцию в мире видеоигр. И, по-моему, даже ее добавили в какой-то музей видеоигр, как вообще шедевр игростроения. Но пока что мы играем в игрушку Paco Chase Simulator. Как это? Car Chase Simulator или симулятор погони за машиной. Действительно, нам приходится... Ёкарный ты бабай. Что ж ты будешь делать? Нам приходится уходить от полчищ копов. На танк еще добавили. Мне кажется, еще в будущем добавят там, может быть, даже какие-то вертолеты, я не знаю, или что-то типа того. Так, у нас прохода здесь нет, прохода нет. Соответственно, здесь у нас и копы тоже у нас есть здесь. Я предлагаю ехать вот сюда, в эту сторону. Уходи, 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 родной мой. Едь, едь, едь. Так, монумент. Я вижу, елку не увидел. Елка, собака серая. Не увидел я тебя. Мне кажется, или у нас просто меняется погода, или у нас прям меняется площадь, на которой мы играем. Смотри, я, по идее, вокруг танка могу вот так гонять, и он вообще не сможет меня никак в меня выстрелить. Слушай, причем они врезаются в танк-то. Хорошая стратегия, ты смотри-ка, а. Хорошая стратегия, отличненько. Через два танка, вокруг двух танков будем сейчас гонять, смотри. Эй, эй, эй. Вот я понял, как нам надо было действовать. Но мне это особо не помогло, по-моему. Слушай, хорошая стратегия. Все, сейчас будем ей пользоваться. Сейчас берем танк, окружаем его и гоняем вокруг. Танчила. Вот, смотри. Вот у нас танк. Нет, он слишком близко к лестнице. Танк слишком близко к лестнице. Так, уходим, 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 уходим. Вот здесь где танк был. Ух ты ж, блин. Не получилось. Врешь, не дойдет. А, нет, он слишком маленький проход мне оставил здесь. Так, уезжаем, уезжаем, уезжаем. Ух, блин, вот по этой дороге, кстати, просто машины ездят еще. Тихо, тихо, тихо. Ёлка! Ёлки-палки! Такое ощущение иногда создается, когда, особенно когда ты смотришь просто со стороны на это. Кажется, Маугли, ну какого черта ты ехал прямо в елку? Вот сейчас, допустим, почему ты в нее прям въехал? Да потому что, честно говоря, это непросто. Кто-то наверняка из вас такой супер, почти супер-пупер про-геймер, что просто может спокойненько пройти эту игру с одного раза, ни разу не умерев. Может быть, но я не такой. Я больше наслаждаюсь самим процессом, нежели каким-то результатом в игре. Так, тихо-тихо! Здесь была ошибка моя, что я поехал сюда, в эту ограниченную область. Все-таки где забор, лучше, наверное, там не соваться, потому что там опасно становится. Тут получается, что площадь открыта, но из-за того, что есть танки, очень большое... сопротивление они оказывают именно на открытых пространствах. Так, вот танк. Танк один. Блин, машина, ну чё ж ты здесь едешь-то? Ты не видишь, что у нас тут танки ездят? У нас военное положение, между прочим, здесь. Бус, кстати, у меня, по-моему, бесконечный. Вообще, я могу на нем гонять. Так, тихо, танчила. О, тихо, не стреляй. Не стреляй. Пожалей меня, маленького. Давай, взяли, 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 взяли. Что-то взяли. Нет, не удалось увернуться. Вау! Я их буду пугать, буду брать скоростью. Просто спиральные какие-то оружия. Ладно, будем просто стрелять вот так вот. Просто будем тупо стрелять. Еще одно, что ли, у меня всего оно было? Блин, всего одна пулька. Ну, вообще, охренеть. Спасибо большое, очень крутую штуку дали мне. О, господи ты, боже мой. Мне кажется, действительно надо пользоваться камерой здесь. Чтобы оставлять пространство. Допустим, я еду сюда, мне нужно пространство, чтобы видеть. Хотя все меняется, очень сильно меняется угол обзора и меняется вообще само восприятие тобой игры. Тихо! Какой ты меткий, а? Снайпер прям там какой-то попался. А получи. Блин, да я по ним попадаю, и вообще ничего не происходит. Тихо, тихо. Танк у нас горит там уже. Я случайно, видимо, в него как-то попал. Не хотел. Но, в общем-то, мне это... Вот он вообще все время отсюда появляется, падла. Что ж такое-то? Все время, когда я еду в эту область, все время появляется машина, которая едет прямо вне в лобешник. Увернуться от нее очень сложно. Тихо. Где у меня там счетчик смертей? Сколько раз я уже взорвался? Мне кажется, здесь следующая ачивка будет на 1000 смертей. Воу-воу-воу-воу-воу, поехали. Или вокруг монумента просто гонять будем. Ах ты ж, блин, как ты там появился такой? Хитренький. Давай-ка вокруг монумента просто гонять будем. Вот так, смотри. Раз, отлично. Вот так вот, вообще нормально. Так, давай сюда. Пусть взрываются там. Они же все равно будут взрываться. Главное, чтобы танк меня не перегородил все. Смотри, как. Слушай, хорошая тактика, я смотрю. Опа! А, нет! Танчила, уйди!
А, вот видишь, он... Какой он умный искусственный интеллект, ты смотри-ка, а? Он понял, что я езжу по кругу и начал меня брать в кольцо. Тактика работает, но только на какое-то время. Давай, вперед! Нужно угнаться, нужно угнаться. Я просто хочу попасть домой. Отстаньте от меня, знаешь. Нарушил немножко правила и решил не останавливаться с полицейским. Как он меня чуть не попал, ты посмотри, а? Ты посмотри, что творит. Тихо, уезжаем, уезжаем. Здесь вообще тормозить нельзя. Если я здесь вдруг нажму на тормоз, то мне кажется, что меня расстреляют тут же. Тут же расстреляют. Как я увернулся? Охрененно! Так, давай, 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 уходи, 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 уходи под погони. Танк, танк, танк! Черт, как он в меня попал, собака, а? Что мне подсказывает, что от нас ожидается здесь продержаться, ну, секунд 50, наверное, точно. Или здесь, здесь даже дело не времени, а может быть дело в количестве уничтоженного транспорта. То есть мне же нужно все-таки копов уничтожать тоже, не просто же уворачиваться от них. Неудачное перемещение, по-моему, было. Хотя пока что я не врезался, это уже хорошо. Это уже достижение. Давай, давай, давай. Ай, ну почему, блин, меня так тянет в этот самый танк? Может быть, я танкист в душе. Поэтому при виде танка у меня сразу пальцы поворачиваются прямиком в танк. Так, здесь у нас что? Это у нас, по-моему, уже граница карты. Хреновая затея была сюда заезжать. Так, здесь у нас еще один танчило ездит. Я примерно уже запомнил, где они у нас появляются. Но потом, пройдя какую-то часть уровня, мне все равно не удается вычислить их местоположение, потому что они двигаются же, собаки. Так, разгоняемся, разгоняемся. Тихо, тихо, тихо. Поехали, все, вокруг танка гоняем. Та-та-тара, 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 та-ра-тара. Слушай, танки что-то друг друга, по-моему, палят, смотри-ка, а. Вот гонять по кругу, это самое простое. Самое простое гонять по кругу. Давай уезжаем уже отсюда. Надо уехать из этой зоны, потому что они там все сосредоточились как раз. Уезжаем, уезжаем, уезжаем. Сейчас опять к ним поедем и опять их сейчас попробуем взять в кольцо. Какой, да, я крутой встал. Я уже в кольцо танки беру. Хрен попадешь ты по мне. Главное, чтобы копы не появились. Копы очень быстрые, они уворачиваются. Ох ты ж, блин, тихо, тихо. Чуть-чуть, чуть-чуть не удалось доехать. Воу-воу-воу-воу-воу, сколько машинок мне пришлось убить. Я не специально, я случайно это сделал, но я не жалею об этом, потому что я не знаю, что мне дальше делать. Это капец, это реально очень сложная игра. Она, тут такой элемент рандома, что просто волосы ставят дыбом. Тихо, 39 секунд, ну давай немножечко еще. Чуть-чуть еще нужно продержаться, чуточек. Гигантская машина. Так, танки я что-то не рискну, наверное, убивать. 50 секунд уже. 50 секунд мы с вами продержались каким-то чудом. Просто по какой-то невероятной... удачи. Не знаю. Мне кажется, нифига. Есть. Фу, мы смогли сделать это. Следующий уровень называется «Пустыня». У него, опять же, сложность сложная. Просто сейчас глянем, что у нас тут. Пустыня. Блин, нифига себе. Валуны, камни, наверное, здесь. Что у нас тут еще? Капец. Ладно, мы... Если вам понравилась эта игра, давайте остановимся. Потому что это, честно говоря, вообще просто жесть. Если игра вам понравилась, обязательно поставьте лайк, напишите об этом в комментариях, для того, чтобы я видел, что вам интересна такая игрушка, и мы можем дальше продолжать снимать ее. Опять же, подписывайтесь на канал, чтобы быть на связи. Это было Пако, или симулятор преследования машин, точнее, симулятор убегания от всевозможных копов, танков и прочей хрени, которые преследуют нас. Почему-то музыка не играет, не знаю, если мы кончимся в подлейке. Это явный знак, что у нас заканчивается. С вами был Маугли, всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты... Подпишись.